Всем привет, я доктор Евгений. Локоть, как стабилизировать его? Достаточно протестировать бицепс, трицепс, переднюю поверхность предплечья, заднюю поверхность предплечья, как вот здесь вот в подсказочке. И сейчас я покажу, как отработать все эти мышцы, чтобы устранить дисфункцию. Для начала давайте найдем их, поехали. Тестируем бицепс. Выводим руку в 90 градусов, 95, ладонь прямая, чуть-чуть к себе. Чуть-чуть отдай руку, отдай, вот так. Прижимаем ее здесь и просим тянуть к себе. Тянем к себе, 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 к себе. Тонус. Мы проверяем, нет ли тут гипертонуса, ингибиция. К себе, 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 к себе. Нет, гипертонуса тут нет. Тут он нормальный, обычный. Тестируем трицепс, выводим руку для теста, прижимаем и от себя. От себя, от себя, от себя, от себя. А у нас тут трицепс дисфункции есть уже, хорошо, сейчас будем лечить. Кулак сжать к себе. Тестируем предплечье, именно переднюю поверхность. Стабилизируем и просим к себе кулак. К себе, 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 к себе. Все в порядке. Обратную сторону, удерживаем. К себе. Тоже тонус. Сразу на норму проверим. К себе. Тонус здесь отличный. Ну и кулак еще раз. Мы же забыли здесь нормотонус проверить. К себе. К себе, к себе, к себе. Все отлично. Нашли дисфункцию в трицепсе. Что делать? В первую очередь давайте проверим, нет ли тут триггерных точек. Для этого нужно пройтись по... Напрягите, пожалуйста, ваш трицепс. По местам крепления и легко их просто помять и поискать, нет ли тут каких-то больных зон, и после этого сделать просто перетест. Мне вот что-то здесь кажется, да, тут какая-то присутствует легкий бол. Перетест. Удерживаем ладонь прямая, локоть прямой. И от себя давите, от себя. От себя, от себя, от себя, от себя. И у нас трицепс сразу заработал. Возможно, этого даже будет достаточно. Поэтому давайте полечим триггеры, которые у нас располагаются по месту крепления. То есть вот он рельефчик, прям вот я по нему иду. И теперь расслабьте руку. Мы просто находим место перехода, смотрим на реакцию пациента и массируем до исчезновения боли. Обычно это 20-30 секунд. Находим другую зону, находим тоже боль. И массируем до исчезновения боли. 20-30 секунд. Находим другую точку. И так по всему месту крепления трицепса. Именно сухожильно-мышечного перехода. Само сухожилие бывает частенько укорочено. Но тогда бы тест был у нас гипертоничный. А у нас исходно он гипотоничный. И мы его сделаем сейчас нормотонусом. Если была какая-то боль в локте непонятного характера, то есть у нас бицепс предплечья к себе тянет, а трицепс, наоборот, от себя. То как раз-таки дисбаланс в этих двух мышцах может вызывать разбалансировку позиции сустава. И в нужный момент, когда трицепс должен напрячься, он не успевает это сделать, потому что он в гипотонии по причине триггеров, которые вызвались по каким-то разным другим причинам. И возникает боль в локтевом суставе. Восстановите здесь, пройдет боль здесь. Давайте протестируем. Удерживаем и от себя даем. От себя, от себя, от себя, от себя. Вот вам тонус, пожалуйста. Аж у меня локоть хрустнул. К себе. Теперь проверяем бицепс на всякий случай. Тут все в порядке. Кулак сжать. Вот к себе. Тонус сохраняется. Здесь держим. К себе. Тонус сохраняется. Вот и вся магия. Здесь болит, тут полечили. Пользуйтесь.